прошел процедуру регистрации на сайте FIFA. Так. Заполнил заявку на 3 матча. Уже заранее знал, что поеду в Казань. Барнаулец Иван Отмашкин от своей мечты посетить домашний чемпионат мира не отмахнулся. Скопил денег, купил билеты, оформил паспорт болельщика. Без вот этой пластиковой карточки даже вход на стадион будет закрыт. Вот паспорт такой болельщика, он чем-то напоминает, конечно, пресс-карту. Аккредитация вот такая у нас есть. Персональная карта зрителя, она еще по-другому называется. Вот такая штука. Точно такой же паспорт те, кто еще не успел это сделать, могут зарегистрировать в интернете. Процедура выдачи займет 72 часа. После добро пожаловать на сайт fifa.com. Именно здесь нужно успевать ловить уже последние вбросы заветных билетов. Буквально накануне так и случилось. Спортивные функционеры запустили старт продаж. На все том же сайте самый дешевый билет будет стоить 1280 рублей. Выглядит заманчиво. Правда, приобрести такие билеты по таким ценам, скорее всего, вряд ли удастся. Болельщикам с Алтая наверняка все же придется раскошелиться. Например, вот здесь, у официального представителя FIFA. Стоимость билетов хоть и в разы завышена, зато более приближена к российским реалиям. Так, самый дешевый поход на матч открытия хозяйки турнира против сборной Саудовской Аравии обойдется в 60 тысяч рублей. Самый дорогой, конечно же, финал. Цены начинаются от 180 тысяч рублей. По сумме получилось вообще по бюджету 60 тысяч рублей. То есть 20 тысяч это жилье. Мне помогли в Казани друзья найти человека, который согласился сдать мне квартиру за 2000 рублей в сутки. Вот. Ну, также билеты 10 тысяч рублей на поездом. Поездом поеду туда-обратно 10 тысяч. Вот. Ну и плюс билеты на чемпионат мира обошлись мне 8600. Ну и 20 тысяч примерно беру на дорогу с собой. Все 3 игры Иван посмотрит с трибуны Казань-Арена. К поездке начал готовиться еще год назад, так что не удивляйтесь озвученным цифрам. В Саранске, как уже говорили, да, уже продают за там, 30 тысяч в сутки. В сутки? В сутки, 30 тысяч. Это, ну... Ну, это просто капец. Это бизнес по-русски. Да. На чем жители края сейчас точно могут сэкономить, так это на перелете до столицы Татарстана. Сейчас запущен специальный рейс. Туда-обратно чуть меньше 12 тысяч. Правда, там будет сыграно всего 4 матча. Один из ключевых – испанская команда сойдется со сборной Ирана. Остальные, в том числе барнаульцев Сашу Ерохина и компанию, Иван планирует посмотреть уже по телевизору. Ты веришь, что сборная России выйдет из группы? Мы будем надеяться. Ребята, ребята, Иван, слышали, что сказал? Станислав Саламович, Иван сказал выход из группы. Будьте добры, обеспечьте, пожалуйста. Второе место. Второе место в группе или да. Вообще? Второе место в чемпионате. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Спасибо. Наши новости.